выйти на прогулку, цивилизацию. Приехали в аптаун Далласа и решили покататься на бесплатном туристическом трамвайчике. Типа такой олдскульный трамвайчик, ну вот он приедет, потом посмотрим. Почему пока приехали, его нет, он ходит каждые 20 минут по расписанию, 20-25 минут, там плюс-минус. В общем, ну вот мы стоим на конечной остановке. Вот станция, с которой мы приехали. Девочки ждут трамвай. И вот он, собственно говоря, едет. Вот, ретро-трамвайчик подъезжает. Люди выходят. Вот он, ретро-трамвайчик ваш приехал. Людей сколько? Можно заходить, M-Line. Вот девочки заходят в трамвай. Мальчик, вместо водителя вагонного вожатого. Поворачивается. Такая система поворота трамвая. Вот Маринка машет. А где Златушка? А Златушка где? Ну какие впечатления? Крутимся. Да пока никакие, пока крутимся. Еще никуда не приехали. Сейчас остановились, иди занимай места. Окей. Трамвай полный. Передавайте за проезд. Гривны. Вот мы поехали. Вот собачья радость. Едем по аптауну. Куча магазинчиков. Наконец-то мы видим какое-то понимание города. Салоны красоты все открыты.
парикмахерши, кто в масках, кто без масок, кто в щитах в этих. Новые пассажиры. Проезжаем кучу апартментов, зданий. Сам себя увижу здесь.
Аптаун. Вот мы приехали, трамвайчик наш уехал.